1 октября обязательная автостраховка будет продаваться исключительно на бланках нового образца. Эту информацию подтвердили в Российском союзе автостраховщиков. Напомню, решение о замене бланков было принято зимой этого года. Это сделано для того, чтобы усложнить подделку документов. По заверениям специалистов, обновление полиса не повлияет на его стоимость. А с 1 января 2017-го в продажу поступят электронные варианты страховки.